Не допускайте такого, чтобы с каждым годом вы оставались одним и тем же человеком, и вы не чувствовали разницы. Всем привет! Меня зовут Настя, мне 16 лет, и я съехала от родителей. Хватит, пожалуйста, не делай то, что тебе не нравится. Я Настя, мне 16, я учусь в 10 классе на домашнем обучении. Мне без одного дня 18. Что мне мешает поступить в университет 30? Просто иногда стоит наблюдать за собой, как нами управляют эмоции. В общем, я немножко... Я рада. Становитесь лучше. Просто ради себя. Can you hear me screaming, please don't leave.